Привет всем, привет всем. С вами Лига Music Wars. Сегодня у нас Насхорн. В общем, человек, который нас радовал, нас своими похождениями на полигоне, даже первыми местами начал занимать. В общем, слил большое количество денег и просто слил их, так скажем, в никуда. Слил в ноль и, ну, соответственно, все то, что есть, вы на заднем фоне сейчас видите. Это прощальное видео от Пашки. Вообще он у Санчеса его загрузил, был стрим, там они 9 часов сидели вместе. Вообще я не представляю, как можно долго сидеть на стриме. Ну, в общем, система, которая выкачивает Марка, ну, так скажем, несовершенная. И, как вы видите, что в поставкам там выигрывают разные люди вообще, ну, то есть не те, которые массово донатят, либо те, кто донатит, ну, там в таком количестве, что с ними вообще просто бодаться, ну, невозможно никак. Ну и вот за один из марков попытался побороться Паша и, соответственно, слив больше 10 тысяч рубинов, 20 тысяч бабла. Ну, то есть, все, терпение закончилось. Ну, как у многих, так скажем, в нашей игре. Многие просто бросают игру за счет того, что, ну, все надоедает, просто надоедает. И надо, как бы, говорить, что-то менять. Ну, а я могу только Пашке помахать рукой, сказать счастливо, удачи тебе в новых начинаниях, чтобы где-то в другом месте ты себя реализовал. Ну, эта игра, как бы, ну, простая браузерка не дает столько свободы, как сейчас у тебя появится на свободе от этой игры. Ладно, надеюсь, хотя бы иногда будешь заходить, посмотреть новости. Но думаю, что надо, если бросать, то бросать полностью. Но я бы хотел сказать Пашке лично от себя. Ну, классно, Паш. Все, блин, многие не решаются. Но я думаю, что я не представляю, насколько тебя взбесило, короче, это все. В общем, тебя с обнулением. Удачи тебе. В общем, счастливо. Полное видео, кстати, у Санчеса на канале. У меня только небольшие отрывки.